Всем здорова, ребята, с вами, как всегда, Кофи, Алекс Фокс, Фреш и Хайпер, и сегодня мы снова находимся в игрушке под названием Party Panic. Хэйоу, братишки! Всем здорово! Чё кого? Ну что ж, игрушка вам очень сильно понравилась, вы ее очень сильно оценили, именно поэтому мы снова сегодня играем в нее. Она очень веселая, она очень крутая, ну, в общем, вы сами все помните. Я надеюсь, что сегодня нас будут ожидать какие-нибудь новые уровни. Игрушка. Так и... А, ну это, в принципе, у нас уже было. Это баянчики. Здесь нам нужно сохранить наши шарики. Шарики, получается, воздушные. Если что, ребята, я играю за голубого, Саня играет, получается, за какого, Саня, ты играешь? За красного. Ну, Хайпер, понятно, за зеленый, как бы, да, и Фреш за желтого. Ну, или оранжевый, что ли? Оранжевый, да. Так, давайте Саню зажимать, Ну! Давайте Санька зажимать. Тихо, пожалуйста. У меня осталось всего лишь два шара, парни, не-не-не-не-не! Зажимай. Нет! Давай! Да все, я сдох. Так, у кого сколько осталось? А, так у Хайпера у меня... У меня один остался. Нет! Три, голубенький, два... Да! О, Хайпер, просто глисс сохранить хотя бы один шарик, это хорошо! Просто такая плиточка появилась. Вы чё? Так, а по очкам чё у нас? 250 и 250. Ну, парни, все, до свидания. Если бы я вспомнил, как драться еще, ну ладно. А ты чё, не помнишь, Сань? Ты чё, как так вообще можно было забыть? Клавиша какая? Вот так вот, смотри, Сань. А почему у нас игра не... А, X-Ready, господи. Давайте, Ready, нажимайте все. Ready. Кто-то там летает. Не, я реально надеюсь, что сегодня мы сможем поймать, я не знаю, правда, как какие-нибудь новые уровни. Кстати, не знаю, у меня Z, X, Y. О, так. Блин, а как играть, я забыл. Так, давай. Быстрее. Ставьте лайк, если вам нравится звук клавиатуры. Ну тут, конечно, да, тут пробел только так, наверное, слышно. Иди сюда. Так, тихо, надо. Я еще ногти не подкрепил. Изи, я улетаю пока по очкам. А, не, еще хайпер тут, зараза, подписывайся. Давай, нужно догонять. Тихо, давай. По идее, о, сейчас много будет появляться, давай. Не сейчас, в конце. Давай, я должен затащить. Хоть раз в жизни. Нет, тоже сегодня у нас победит, ребята, вообще, в принципе, в игре. У меня вот сейчас дома будет. О, началось. Тихо, разница такая. Так, маленькая. Давайте посмотрим, что у всех по очкам. А, так, у меня 710, у Сани 690. Вот так вот. Просто все легли, разлеглись. Ready. Ребята, пишите в комментариях, вообще за кого голосуете сегодня, кто сегодня, по вашему мнению, выиграет, потому что игра, я чувствую, сегодня будет, как и всегда. Но Саня-то да, Саня у нас сразу как бы в лузерах как бы... Что сказал? О, файт. О, нет! А где я? Нет. А вот я. Подождите, а здесь что надо было сделать? Просто выкинуть всех. А, ну у меня. Сука. Так, где? Куда? Ну почему я сразу-то в лаву полетел? Нет, тут нужно скинуть друг друга, получается, в лаву и все. Если ты улетаешь в лаву, то минус 25 очков. Не лагает Саня? Ясно. Саня, до свидули? Да, блин, опять я. Да как ты не вылетел, Саня? Я сам в шоке. О, все, пока. Так, давай. Ну. Давай. Да сейчас. Опа. Да, выкинул. Давай, ну стой, ты что ты не улетаешь? Нет. Да. Так, подождите, по очкам. Сколько у тебя, Сань? У меня 550. 307. Да какого? 675. Вы чё вообще, что ли? А так, по очкам, смотрите, первое место пока что у Фреша, второе у Хайпера, третье у меня и последнее у Санька. Ты чё, летать научился? Саня, X to ready. Саня, нажми готов. Не забывай про это, не забывай. Сегодня я, походу, затащу. Ты чё, откуда ты посмеялся? Это я. Файт. О! О, парни, ну все, кто на ринге? Иди сюда. Да ё! Жив! Да. Нифига ты разлёгся! На тебе! Так, я еще никого не ударил, почему? Нифига себе, боксер! Ты чё, разошёлся? Можно я хотя бы кого-нибудь ударю? Я забыл, как у него уже касание. Да дайте ударить! Я понял, да? Хайпер, у тебя уже 1000 очков! Это у меня, я уже... А, ну Фреш, да! Опа. Вы серьезно? Да. Можно я хотя бы кого-то ударю?
На! Да как он? Он у меня не бьет! Все, мы с хайпером. Он у меня тоже что-то не бьет, я не понимаю, Саня! Дайте! Иди сюда! Нет! Просто по нулям! Как так вообще? Ну все, парни, я вас понял. Я вас понял просто. Ясно, понятно. Не, ну реально, слушай, у меня, я не знаю почему, но он у меня не дрался как-то. А, Роди, забыл. Роди. Ладно, хорошо, Саня, мы с тобой что-то как-то отдаем позиции, сдаем как-то, я не знаю, фейсбол, что? Воу! Ладно, в смысле? Чей шарик, короче, дольше продержит цветом, тот ты, короче, лидер. Давай. Мой цвет еще ни разу не был. Давай! Нужно бить! Так, голубого цвета пусть будет. Пусть будет голубого! Нет, ара-зеленого. 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 Так, ну блин, в смысле, ну, у меня что, меньше всего, что ли? Давай. Дофига я наверх. Что происходит? О, вот, правильно. Пусть будет голубого, да. Вот так вот, да. Не. Да, мне мяч отдать там не дают. Да хорош. Так. Лайк за новый режимчик, кстати, первый, который новый режим нам попался вообще реально. Так. Ну. Так, по-моему, вот у меня и у Хайпера было больше всего очков. Так, 728, 343, 575. А, не, я, пацаны, тут выиграл. Спасибо, что так нежно. Не, ну, зеленый. Рейди, нажимаем, не забываем. Я, кстати, улетаю, 3000 очков. Ну хотя бы новые какие-то режимы пошли. Так, а здесь так, что-то... этот, блин, кит, нужно бежать, пацаны, бежим! Бежим! Ай, оранжевый да козёл! Жалко, тут нельзя подставы делать друг другу. Нет! Нет, я лидирую. Беги, быстрее! Парни! Где я вообще? Хватит загораживать! Давай, нужно продержаться 23 секунды! Сейчас прищему язык. Ай, смотри, как я бусил. Сука! Это кто сейчас по пробелу так стучал? Я задолбал классик, вообще капец. Давай, беги, Саня! Саня, просто бежим на друг друга смотрим! Я запал! У нас с Хайпером вражда такие, смотрим друг на друга. Так. Давай, тысяча очков, тысяча. Давай, нужно набрать косарь, нужно набрать косарь. Все по косарю. Это было жестко на самом деле. Просто знаете, что мне нравится? Смотрите, мы бежим, мы на друг друга смотрим, типа, брат, нет. Знаешь, Олег был удивлен в лице, а я так такой, хватит, знаешь, типа, брат. Язык ему показываю. Всех уложил. Не твой день. Давайте посмотрим, какой режим будет сейчас, потому что я хочу save yourself. Save yourself. А, понял. О! Так, только на что нужно подбирать, вот этого я не помню. Давай, головка. Моя голубая! Спасибо. Давай, лови это говно, лови. Да. Моя голубая! Сюда. Братишка, стоп! Да я задолбал своей подбирать. Тихо. Да подбирает. Нет! Блядь! Саня, красава! Он хотел самое главное мне подложить! Это чё сейчас было? Тихо! Да хватит, чё вы делаете? Подкинул. Опа, Олега, на пол. Нет! Блин, себе случайно бомбу положить! Я хотел Сане положить, в итоге себе случайно! Блин! У Фреша 50 очков! А я так в лидерах лишил вам податься. У Фреша... А, вот так вот, значит, да? Я тащу. Понятно. Я в лидерах теперь. Так, слушайте, я слышу лаву. Stay alive. Ну-ка. А, понял. А, нет, нифига не понял. Так, аккуратнее надо, парни. В этот раз да. Я буду бегать тупо. О! Тихо! Блин, я... Спасибо, блядь! Не! Тихо! Так, Хайпер, уйди! Хайпер, нет! Сам уйди! Да! Я выиграл! Блин, надо было стоять дольше, что-то я тупанул. Я просто прыгнул сразу в лаву. А там же сколько, блин, кто дольше продержится, тот больше очков получает. Так, ну ладно, в принципе, нужно еще чуть-чуть, чтобы добраться. Рейди, гоу! Да, я тебя обогнал уже давно, как бы. Так, что сейчас будет у нас? Смэш. Смэш. А чё все глупые? Чё за лол? Я ничего не делаю. Я тоже. Пацаны, что за лол?
Почему все голубые? Не, а почему именно все голубые? Что за лол? Не врублю, что за хрень, алло. Я вообще, ну, я понимаю, нам нужно просто подождать 25 секунд, пока закончится режим. Ну да, все проблемы. А что делать-то еще? Я не понимаю, 20 секунд. О, а статуи тоже языки показывают. Да. Ну что, бой видел. Может, вы так хоть на что-нибудь нажимаете, не получается ничего? Да, я на А нажимаю, типа, бить. Вообще, что за лол? Ну я затащил все дела, я понял. Вообще изи, ребят. Изи. Сейчас затащу свои. Я затащил. Изи. Просто все, ну понятно, кто здесь победил. Победила как бы, дружба. Да. Победила дружба, да. Будет, кстати, круто. Ага, спасибо, да, что дали хотя бы что-то из очков. Угу, спасибо, да. Так, а здесь что-то водяное, да. Я водопад слышу. Только не гоу. Гоу. А, гонка! О, ясно. Тихо. Тихо. Нет! Понял, упал. Блин, Капер, я прям за тобой пошел. Ну! Зачем? Так, тихо, да, прошел. А тут прыгать можно, нет? Нет. Да я тебе скользко как сильно! Да ё-моё! Тихо. Кто-нибудь, ну дайте пройти гонку. Так, тихо. Да! Я не могу даже круга пройти. Я уже круг прошел, два даже. Я вот второй круг. Да вы серьезно? Я добежал до чекпоинта! Да от джойстика это ничего не зависит, понял? Давай, до чекпоинта! Ее! Yes! Я обогнал. Я хотя бы до чекпоинта одного добежал. Ну слушайте, тут, конечно, по очкам тут вообще 150, 300, 1000, ясно. Сань, что не так сегодня с нами, Санёк? У них геймпады. Да, убил. Тащим. Опа, у них геймпады, они понакупили себе мажор. Не, ну хочется новых каких-то режимов. Они тут есть, просто они попадаются здесь рандомно. Я понял. Этот режим мне почему-то больше всего не нравится. Ну мне тоже, он какой-то вообще ни о чем, реально. Ни о чем, да. Просто прыгать нужно и все. Вообще ни о чем. Да музыка, она такая, типа, устрашающая. Прикольно, конечно, да. Базару нет. А кто лидирует? Я не пойму пока что. По-моему, ты Хайпер. У нас с тобой разница, Хайпер, да. Опа, это хорошо. Это хорошо, я должен стащить. Я должен затащить, потому что они на единоличник. Тихо. Сука. Сука. 5 секунд Сука. Осталось. Блин, 5 секунд! Уйди, голубой! Нет, мои... Все, о, так, по очкам... Не, мне кажется, все равно в любом случае... Сколько? 1000? Почти 1000. 755, 795. Понятно. Так, мне, кстати, осталось по сути... Слушайте, осталось-то по сути вообще ничего так-то до конца. Да. Вам... Лавина, походу. Давай, чё будет? Чёрный экран. Stay alive, опять! Не-не... О, не, новый чё, смотрите! А чё здесь надо делать? А, нифига! Так. Кто будет на месте стоять, тот будет как я, красавчик! Тихо, что? Нельзя на месте здесь стоять вообще! О, а чё я так подпрыгнул? Кто красный? Саня, ты чё стоишь на месте? Нет! Нет, я сдох! Где мышка? Саня просто стоял на месте, ничего не делал. Как он это сделал? Я слабо сливался, я ни хрена не видел, что я делал. Саня, реально он стоял, ничего не делал, каким-то образом выиграл. Сань, как ты это сделал? Магия Хогвартса, да? О, ну... Осталось 200 очков и все. Ну понятно, тут побеждает сегодня у нас, конечно же, Хайпер. Хайпер, да. Дружба. Неужто ли? Хоть раз. Дружба. Есть новый режим, пожалуйста. Stay alive. Опять, блин. А, ну только то, ну понятно, да. Саня опять стоит на месте. Саня! Wake up! Это догонял. Что за мной, алло? What the fuck? До конца. А, дурак! Я сдох, ясно. Ты за тебя меня убили, козел. Не-не-не. Давай зажимать край. Давай это, Олег. Нет! А вы что, призраками управляете? Нет! Да, мы ими управляем. Призраками управляем. Давай, зажимай. О! О! Саня, беги! Саня, спасайся! Нахрена ты привел их ко мне? Я не смог. Но тут Хайпер уже в любом случае побеждает, потому что, ребята, он набрал нужное количество очков, именно 7500, как бы, и на третьем месте получается я, на втором Трэш, и на последнем у нас Аня. Я
затащил. Давайте бегать со мной. О, Гангнам Стайл. Да-да-да-да-да. А как меня ударили? Что за хрень, алло? Ой, в общем, ребята, я надеюсь, вам сегодняшняя серия понравилась, вы поставили много-много-много-много лайков, и если вы хотели бы увидеть новые какие-нибудь режимы, а их тут очень много, то пишите об этом в комментариях и ставьте, конечно же, много лайков. Ну а на сегодня все, с вами были, как всегда, Кофи, Фреш, Хайпер и Алекс Фокс, и всем пока-пока. Покосики, ребят. Всем пока. Всем пока.